Также он не жалел свое богатство, свое имущество на требование знания. Говорится, что Иман Малика, он в свое время жил, то есть не богато. То есть его родители не были торговцами. Он жил обычной жизнью. Даже сказано, что он был кана инду факр, то есть был бедным. Фафда Малик бимал Малик талаб аль-ильм иля ан накса сакфа байтихи фабаа хашаба сумма малит алейхи дунья мин баад. Имам Малик для того, чтобы брать знания, пожертвовал даже, разобрал крышу своего дома, и некоторые вот эти вот бревна, дерево, вот это, которое покрывало его крышу, продал и потратил эти деньги на требования знания. Потом Аллах Субхану ва Тааля дал ему, возместил это его по жизни. То есть, чем он зарабатывал на жизнь, имам Малик? Говорится, что он тоже в будущем он занимался торговлей. Сказал его ученик Ибн Касим, то, что у имам Малика было 400 динаров, он этими 400 динарами занимался, посредством этих 400 динаров занимался торговлей, и на заработанные деньги он жил, кормил свою семью.